Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировчанам насчитали более 1 000 000 000 рублей транспортного налога. Это сумма, которую должны платить автовладельцы физлица за 2019 год. В общей сложности 326 тысяч жителей Кировской области. Налоги насчитали на 459 тысяч транспортных средств. Рост к прошлому году 1%. По данным Кировского управления ФНС, общая сумма транспортного налога для граждан 1 200 000 000 рублей. Число тех, кто получит льготы, 68,5 тысяч человек. Напомню, что с прошлого года отменена льгота, уменьшающая налог на величину платы, внесенной в систему Платон. Рассчитаться за свой транспорт гражданам необходимо до 1 декабря. Программа «Экономика». 100 предприятий готовы принять безработных за госсчет в регионе этой осенью по госпрограмме «Содействие занятости населения», реализуют так называемые дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. Это, в частности, выплаты работодателям за организацию общественных работ для безработных или за временное трудоустройство тех, кто находится под риском увольнения. По данным службы занятости, есть более 100 заявок от различных предприятий. Так, производственное предприятие «Прожектор», которое выпускает кисти и щетки, принимает на временную работу 120 человек. В общей сложности дополнительными мерами по снижению напряженности на рынке труда будут охвачены порядка 730 граждан, потратят 38 миллионов рублей, то есть один безработный обойдется в 52 тысячи. Экономика на 101 FM. А теперь информация от наших партнеров. Развитие бизнеса возможно и в условиях кризиса. Те, кто верит в свои силы и движется вперед, поддерживает региональный центр «Мой бизнес». Там можно получить льготные займы на развитие бизнеса по низкой ставке. С начала 2020 года этим уже воспользовались более 400 кировских предпринимателей. Финансовая поддержка от центра «Мой бизнес» поможет расширить производство, обновить оборудование или открыть новую торговую точку. Если вы поставляете продукцию за границу или занимаетесь социально ориентированной деятельностью, туризмом, экологией или ведете деятельность в сфере спорта, для вас есть отдельные программы. Особо поддерживают и женское предпринимательство и снижают ставки еще и для бизнеса из моногородов. Есть отдельные продукты для тех, кто в сложной экономической ситуации решается начать свое дело. Обо всех возможностях можно узнать на едином информационном портале центра «Мой бизнес», «мойбизнес43.рф» или по телефону 410-410. Займы предоставляются Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства «Микрокредитная компания». Экономика. Завершение в валютах. Доллар сегодня 77.28, курс евро 90 рублей 71 копейка. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.